Всем привет, ребята! С вами я, Жукасто. И я вас всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, да и всего самого лучшего. Желаю, чтобы у вас следующий год прошел сладко, чтобы вы не кисли, как говорится, блин, чтобы вы были крепкие, как вот барашек, чтобы охранял вас ангел, и чтобы были хитры, как обезьянка. И чтобы у вас год всегда был на хорошем уровне. Желаю, чтобы у вас, как вот этот смайлик, был это, как говорится, блин, не в ныне, а желаю, чтобы вы, грубо говоря, всегда были навеселе, вот. И желаю, чтобы вы никогда не болели. Вот у Снеговичка есть такой шарфик и шапочка. Это я вам говорю в том, что чтобы у вас было хорошее, нормальное, крепкое здоровье. Ну и, как говорится, чтобы... Ну, как говорится... Блять. А, и желаю вам мира над головой, чтобы никогда ничего не происходило у нас, чтобы было все спокойно. И... А, еще желаю, чтобы это... Если у кого рождается ребенок, то он пускай вам приносит это... Большое-большое счастье. Никогда не разочаровывал. Не вас, мама, будущее, допустим... И не вас, отец, чтобы ребенок всегда вас радовал. И еще что могу пожелать, блин. Ну, конечно же, нужны нам всегда деньги. У нас их не, ну, как говорится, нехватка особая. Но я еще желаю в том, чтобы все было у вас нормально. И, как говорится, чтобы не было плохого. Давайте будем думать это всегда о хорошем, чтобы, ну, буквально все было на ура. И желаю, блин, чтобы еще у вас было всегда тепло. Вот просто зажгите вот свечку обычную и пускай будет у вас тепло на душе. Посмотрите на огонек и подумайте то, что вот именно почувствуете то тепло, которое принесет следующий год вам. Хорошо, ребят? Ладно, чтобы все было у нас хорошо. И от себя еще могу добавить это. Ребята, спасибо, что вы подписываетесь на меня. Смотрите, этот год для меня выдался очень-очень трудным. Стараюсь, как могу, делаю видео для вас. А насчет дальнейших там видео, в следующем году, ребята, я буду думать, что для вас делать, блин. А так это... Спасибо вам огромное. Мы, как говорится, становимся все больше и больше семьей. А семья — это главное. Спасибо вам, ребят. Всем пока.